Ну что, я тут, чуваки, мы продолжаем. Так, где тут выход? Граммофон стоит, тут все в ажуре. Выход, выход здесь. Не, не здесь что? А, здесь, блядь, тут через черные ходы, ебать. Ну и че, тебе дай подходить. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. Ах, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. Где? А, это? Нормальная тачка. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Ну-ка, как? Это просто как два пальца. Спасибо, Ральф. А, ну. У меня нога все, блядь. Да я менять и не буду. Новая точилка, новые замесы, да? Ну, выходи. А что с этой стороны только? Теперь сюда надо за оружием, да, зайти? Нормально. Блять, неудобно, ноги надо привыкать, сука. Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет. Давай, давай. Думаю, вот это подойдет. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Бери. Том, у меня много работы. Поговорим позже. Хорошо. Блять, чувствительность какая-то большая, ебать. Сюда вырыто, блядь. Давай, давай, прыгай. Куда ехать-то? А, блядь, загрузка опять. Ну ладно. Ладно, первым делом в ресторан на Центральном острове. Сейчас заедем. У меня вопрос. Давай, давай. Не, игрушка нормальная, мне нравится, охуенно. Так машинка еще слабее, чем та была, блядь. А так все хорошо. Сейчас направо, да, поворачивать хорошо. Дай там, в принципе, по прямой хуярить, и все будет в Эрик-Гуд. Наших мусорков не было, основная хуйня. Обычно они вот в этом тоннеле проезжают, да. Я уже не раз это замечал. Ментов. Часто-часто они здесь бывают, да. Хуяк. Ой, это 60, надо смотреть по сторонам, что ли. Я здесь, пожалуй, пока что ограничил, подключу. Чем черт не шел? Так я проехал все правильно, я неправильно, что на меня не заорили. Сейчас на него, наверное, да? Тут раз. Нет, сука, не сюда. Осторожно!
Все, стоим. Да все, good luck. Чувак, итак, тебе куда именно-то? Дальше еще что? Стой! Вот он. Ну иди. Мы даже припаркуемся здесь, чтобы все было изящно, четко, да? Да. Давай, выходи, чувак. Нихуя она через стенку прошла, видели, чуваки, да? Крешно. Мне кто-то говорил, пацаны, что дальше миссии будут сложные, пиздец, с гонками что-то связано. А из меня гонщик вообще никудышный, блядь. В любом смысле слова. Ой. Ну все, поехали дальше. А теперь в Хобоке, в бар Помпеи. Че, у меня колеса что ли? Че он так едет хуёво? Подожди. Все, давай. А тут через мост. Ограничил с ними, нахуй. Да, она и так нахуй не едет, что с ограничением, что пьет, блядь. Дальше, да, по прямой? Да, там по прямой написано, можно доехать. Поехали по прямой туда. Там сорки еще. Не навстречу, наверное, в нашем, да? Не знаю, нет, не навстречу. Они сейчас со мной по одному пути. Ой, это чуть менток, что ли, врезался? Ебать, кадр. Прикольно, прикольно. Пусть они радар покинут, а я сейчас пальцы здесь срез. Вот эту дорогу я помню, что здесь можно гениально просто срезать туда. Ма. Блядь, 2002 года бочки двигаются, это вообще сильно. Тетка съебалась с дороги, блядь, молодец. Съебалась и жизнь спасла себя. Тебе куда именно-то, Вась? По-любому где-то здесь. Не, дальше. Вот он, тормози, Том. А, ну все, давай. Пошел. Подожди, куда пошел? А третий магазин, я так понимаю, придется мне вычищать, да? Да, собираем. Да по-любому так и будет. Глянь, какой видок. Четкий, да? Четкий видок. Ну подождем, подождем этого фраерка. Че нам? Терять. Все, собрал? Привет, тачанку, правильно. Теперь подышим свежим воздухом. Мы едем в загородный мотель Кларк. В каком стране?
дальше надо ехать. Ой, там еще и мусорки сзади, блядь. Как они не увидели то, что забор шипа, это вообще, блядь, феноменально, да? Хотя должны были увидеть. А сейчас без ограничения поехали, блядь, пока мусоров нету, можно... Ну куда ж ты, сука, летишь-то, мудак? Покайфовать, нахуй. Как мусорки появятся, скорость сразу на минимум. Потому что мы их нахуй от них отрываться неохота, а патроны на них тратить тем более жалко. Сюда? Сюда. Ну и по прямой подпиздим, да. Давай я на обгонце беру чувака быстро. Так, я надеюсь, ну да, я в принципе правильно еду, за городом там начинается, все верно. Нарушение. А за какой хуй? А похуй, а чё они мне дают нарушение? Он мне даже не показывает, где я еду, его. Так похуй, здесь 60 можно, ебать, чё он мне пиздит? Из-за... А, блядь, мусорки, сука. На встречу надеюсь. Блядь, вот это, сука, они не дают мне толком даже покататься. Не, хоть правильно еду? Попробуем правильно. Да, вон они, мусорки едут. Через эту машину. Не дают покататься мне даже по-человечески, чуваки. Вот такие ироды эти мусоры. Плюс штраф накатали мне за что-то, блядь. Да похуй на эти деньги, я их сам не вижу в этой игре, чё, где я заработал, сколько. В принципе, был пизды. Ну, вон, по-моему, мотель заработал. Приехали почти. Ты, я думаю, что... Да, вон, правильно. Не пыльная работа. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Погори, пока. Такие пузырьки, да, от табака идут. Ну и чё они так долго? Зайти забрать, это же недолго, в принципе, проблема. Да и похуй, на заправке курит, да взорвётся, да ебать. Ебать её, брат. Вот что-то начинается. Сука! Ублюдки! Том, меня подстрелили. Больно. Боже мой, больно! Передай Сальери, что теперь это наше место. Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Они хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Непыльная работа, мать ее. Вдруг кто-нибудь на ней поедет. Уже далеко она не уедет, блядь. Ну, если вдруг поедет, на всякий случай, пацаны.
как залезать-то, блядь? Сейчас посмотрим. Управление. Снаряжение, прицел, прыжок. Прыжок. Ходьба, бег. Может, прыжок еще? Нет? Да нет, прыжок просто так вот. Бля, как залезть-то, ёпты? Смотрите, он здесь, он здесь. А. О, блядь. Как вовремя-то. Всего 45 хп. О, за это спасибо. Вот я чё? Ничего не нашли. Вот здесь есть патроны? Нету. Обрезком. Ну-ка. Тоже ничего не думаю. Хуя себе, блядь. Жесткие. Мама, я боюсь, я боюсь. Мама! Сука, умри на. Идиот. Что с этих? Ничего не нашли. А с этого что? А, то есть он меняет? Хуя, нихуя не понял. А тут что? Ничего нету. О, вставай, сэр, все кончено. Здорово они тебя обработали. Пойдем. О, господи. Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Ты живой, что ли? А, нихуя он меня прородил, ебать, прямого лося. Вот дерьмо. Все?
Как ничего не нашли? Че, у него нет ничего? Все. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся, Гарнюк, я нашпигую тебя свинцом! Давай! Только попробуй! Ты не пройдешь мимо меня! Спокойно, братан, только не дергайся. Все в порядке. Уходи. Я свет у него, что ли, сидит там, ебать, справа. Только попробуй! Вот, закончится, если на этой машине поедет, то колесо все пробило. Лови его. Братан, у тебя колеса пробиты, ты в курсе? Догоню, суку. Блять. Хлопчик, у тебя колеса сбиты, ты в курсе? Куда ты собрался? Прорёт. Сучий потрох. Давай, давай, давай. Ну, выгоняй, блядь. Чё он едет-то? Блядь, эта машина вообще не едет, нихуя. Блядь, чё она не едет, чуваки, она не едет вообще. Ну шутите? Пиздец, она вообще нихуя не едет. Кусок говна ебаного. Нахуй, может перезапустить лучше? Все равно уже все проебано. Или все-таки можно догнать? Я сейчас немного попробую. Авось получится. Блять, надо, наверное, перезапускать все-таки. Да ему похуй, вообще, смотрю. Да, здесь его подрезать нереально. А вот здесь самое то, сука, вот это встречная пидораса. Давай, давай, давай. Ну? Нихуя ты, Вась. Сука, давай, давай, блядь, выжимай. Выжимай, да сколько его надо догонять-то, блядь. Короче, перезапустить дело. Все, здесь вот нахуй его сейчас и будем, блядь, лучить. Нормально. Давай, ну! Да как его тут не догнать, ебать, опять заново надо. Сука. Все, нахуй, сейчас тут заступим его. Бля, у него колеса спущены, как он, сука, обгоняет этот пидор.
Да ты посмотри, что творит, да, собака? Вот ты мне сигналишь. Бля, мы с ними обои тащимся, как черти, ебать, черти нахуй. Ладно, хуй с ней по новой, блядь. Я ж тебя, сука, догоню, падла, убью тебя нахуй. Да хуй ты у него, когда так попадешь. Вот сейчас вот я проебал момент. Заебись, спасибо, что заступил мне не вовремя. Блять, сука! Бля, как его блочить, я хуй знаю. Да сейчас догоним, хуйня, нахуй. Попыток 10 используем, догоним, ебать. Куда он денется-то, ебать, некуда деваться. Надо было с собой хотя бы одного из инвалидов взять, чтобы нахуй. Да, охуенно, я еще и сдох нахуй. Заебись, блядь. Где этот ебаный Смит Винсон? По-моему, Смит Винсон, блядь. Ебашит от меня, блядь. Давай, догоняй, догоняй его нахуй. У меня еще хп нету, ебать. Давай, быстрее, быстрее, блядь. Сука, вот как неудобно-то. Где он? Да, все, запорол, я поспешил. Бля, ну как ты меня заебал, чувак, нахуй? Я тебя остановил, ты меня еще и пидор убил, блядь. Сука. Да надо было сразу контрольно ему в голову, нахуй. Тут стрельба ебанута для 2002 года, пиздец, убога. Уже запорол. Ебись. Короче, будем минут 10 ебаться на этом месте, нахуй. Да иди нахуй свой клаксон в жопу себе зачни. Давай, давай. Блять, я не знаю, может его в этом нахуй лучше, блять, в мосте за эти самые. Да ему похуй вообще, он на таран вынес. Догоняй, догоняй, догоняй. Да уже поздно. Бля, хуй знает, что делать. Может, возобновить запись, когда я все-таки заступлю еще раз? У меня раз получилось. Бля, как я не люблю эти гоночные миссии, сука, они меня раздражают, ебать, отвечаю. Ну, а, хуй с ней, давай, давай, давай. Ребей, спасибо. Да ебать, что у него за машина-то такая? Да, все, блядь. Короче, как догоню его нахуй, возобновлю, я заебался. Ну чё? Да выходи ты, мудак. У нас, сука, если ебаный. Это не пыльная работа. Интересно, блюдо. Что будет дальше. Все нахуй. Наконец-то, блядь, полчаса нахуй догонял его. Заебал. Сука, как люди на таком говне раньше. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать?
У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия и не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышан. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь, человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Мне очень жаль, сэр. Я не хотел... Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр. Ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути. Вот сука. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. Честная игра. Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, и у тебя есть опыт. Ну, проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А потом Ральфи говорит, что сюда приехал какой-то европеец. Его машина обязательно выиграет. Ральфи знает машины, он по ним настоящий мастер.
В остальном полный идиот. Ну что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Но все же, какого черта этот парень, черт знает откуда делает здесь? Это же американские гонки. Я и другие уважаемые люди думали, что же делать. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелень. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельери много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится. Это будет нечестно. Игрой такая победа мне не в радость. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами, гонщик. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, который знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Важно, чтобы машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думай о том, чтобы ее помять. Или попасться с ней в лапы копам. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрыша, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как. Так, чуваки, на этом сервер заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока, увидимся в следующей серии.